Всем привет, Ютубу привет. Вот тема по крючкам оказалась интересная. Вот, ребята интересуют размеры, то все. Я вам скажу так, секретов никакого с размерами, с загибами нет. Зайдите на любой сайт, кто где торгует. Допустим, вот очень часто в моих видео вы видите ПДР-центр. Там тоже есть на крючки все размеры, все как бы, какие загибы, какие вылеты, какие окончания. То есть, кому что интересно, там все увидите. В принципе, все производители на своих сайтах показывают размеры и прочее. Но сейчас речь пойдет не об этом. Вот тут по китайским крючкам был вопросик, и ребята начали активно отписываться, переписываться, и как бы уже всплывает что. Во-первых, вопрос первый уже к моим ребятам. Ну вот когда пишут мне: Александр, посмотрите, вот ссылка, хорошие крючки или плохие. Ну, ребят, поймите правильно, ну как я могу по внешнему виду, по фотке вот посмотреть на наборчик инструментов, искать хороший или плохой. Но с другой стороны, отсюда вытекает другой момент. Ребята стали делиться своими отзывами, ну, смотрят же все-таки мой канал немножко вот людей. И в том числе вот всплыла одна, так сказать, такая штука. Товарищ взял набор крючочков китовых хвостов и вот выложил видео, что ни в коем случае не берите. Вот, вот он сайт, их ссылочка будет, и вот такой набор крючочков. Вот как мы видим, вот длина, ширина, толщина, все что надо, вот и в сантиметрах, и в миллиметрах, где какие загибы, все это есть. Цена, конечно, интересная, за 5 крючков, конечно, 1300, вот, плюс еще доставка. 1200, короче, 2600, ну, как бы, цена удивительная. Вот, ну, что хочу сказать. Вот по такому виду не определишь. С виду, да, конечно, так же выглядят, как и хорошие крючки, допустим, которые дорогие, вот, продаются. Ну, вот, смотрим, с виду все то же самое, да, казалось бы. Вот, только наборчик такой стоит 15 тысяч. Вот, ласточкины хвосты. И дальше идет расшифровочка у нас. Чего, куда и сколько. И так далее, и тому подобное. То есть, даются размеры и так далее. Вот, опять же, вот посмотрим. Вот, крючочки там, допустим, ну вот. Такие, да? Вот, опять же, смотрим. Есть аннотация. Тут можно посмотреть вот видео. Сергей показывает. Сам крючок показан. И вот такой вот чертежик. Чего, куда и сколько. То есть, никакого секрета нет. Все показано, и радиусы, и углы, и окончание инструмента, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, если кому-то что-то интересно, никакой тайны из этого нет, все это публикуется, где, чего, когда и сколько. Вот, в том числе, вот и можем посмотреть видео, вот, на Ютубе. Вот. Причем 25L, 9 вот. Миллиметров. Вот, все, человек подробно рассказывает, показывает, что, куда и сколько. Как им работать, где им работать, так что тут все понятно, да? Ну, вот с этим мы закрываем тему. А теперь по вот этим крючочкам. Значит, ссылочки я дам. Так вот, как мы видим, я просто-напросто решил поддержать человека. Вот, Павел. Посмотрите видео вот это по вот этим крючкам, ну как бы вот как он получал, как он их тут взял, и они практически погнулись. Вот смотрим, вот они гнутся, мнутся, вот, и он показывает, что практически вот они слабенькие. Но опять же, я не хочу никого не хвалить, никого наоборот разочаровать. В принципе-то крючок такой
Согнуть, да, его можно. Одни есть столистые, которые его согнул, он разогнулся, спружинил, а другой так. Ну, может быть и так. Но, опять же, я вот сделаю ссылочку на это кино. Посмотрите, почитайте, спишитесь с ребятами. Кто-то что-то покажет, расскажет. Это вопрос к тому, что по вот такое фото или по видео сказать, что крючки хорошие или крючки плохие, ну, как бы, сами должны понимать. Если там 1500-2000, там, десяток крючков стоит, ну, вряд ли они будут хорошего качества. Да и вообще, ну, как бы, все хорошее дорого стоит. Это все понятно. Но для начала что-то начать ковырять и потом понять, так сказать, что вам надо, это как бы тоже неплохо. Потому что у нас не все люди миллиардеры, вот, и миллионеры. Не все могут купить себе инструмент, который стоит, допустим, вот парень купил себе там за 3000 вот эти крючки. Да, он плюется, ему не понравилось. Но за 17, за 20 тысяч он не может себе позволить такие крючки купить, чтобы просто попробовать и сказать, да, это не мое. Вот такое небольшое видео, ссылочки на вот это вот видео будут, посмотрите сами, решите так, не так. Ссылочка будет на магазин и ссылочка будет на этот комплект крючков на Алиэкспрессе.